Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик. И сегодня я хотела бы познакомить вас с новым набором, который открылся вчера или позавчера для сестер. Для тех, кто желает научиться читать Коран, открылся набор таджвида первого уровня для сестер. Преподавателем на этом курсе, иншалла, буду я. Поэтому все желающие научиться читать Коран, пройти основные темы, не только теоретические, но и практические, так как на уроках мы будем уделять большое внимание именно практической части, и также будет небольшая часть теоретическая, то есть будет упора на практику, то есть на чтение, и как бы параллельно будем знакомиться с определенными правилами. Поэтому обязательно для тех, кто желает записаться, нужно иметь возможность присутствовать на уроке, то есть просто посидеть, послушать курс, именно этот курс не получится, то есть это не просто теоретический курс. Да, есть курсы, которые вы можете просто теоретическую часть отдельно послушать, выполнять задания, вот. Но здесь будет практика плюс теория. Какие условия этого курса? Я вас с ними познакомлю, иншалла. То есть, во-первых, требования для тех, кто желает записаться, это нужно пройти курс таджвид с букв. Или можно подобный ему курс. Это курс, который есть на моем YouTube-канале. Это курс интенсивный уровень таджвида. То есть, кто не проходил курс у нас, но прошел интенсивный уровень таджвида даже по YouTube, по записям, при этом имеет какую-то базу уже чтения, возможно, в других группах, вы можете также записаться. Конечно же, обязательно это посещение уроков, как я сказала, выполнение домашних заданий, то есть выполнение тех рекомендаций, которые я буду говорить. И также перед зачислением будет небольшая проверка, тест и чтение. Да, то есть чтение — это последние вот 6 сур, то есть последняя страница из Корана. Да, вот эти суры, которые короткие. Стоимость курса, вы видите, оплата в месяц. Во-первых, расписание — это вторник и четверг в 11 часов по московскому времени. Вот, поэтому записывайтесь те, у кого это время полностью получается присутствовать. Да, не только там я пришел, почитал и все, потому что в любое из... как бы в любое время в течение урока может быть как теоретическая часть, так и практическая, то есть мы не будем как-то ее вот так глобально разделять, поэтому присутствие на уроке обязательно. И те, кто желает записаться, это учитывайте. Длительность урока примерно 1,5 часа, да, то есть плюс-минус, ну, в среднем 1,5 часа. Получается до 12:30 урок. Планируется, иншалла, начало уже в ноябре. Вот, если группа наберется быстро, возможно, даже и вот с начала самого ноября, да, что желательно. Оплата идет помесячно, иншалла, за 8 уроков, то есть за 4 недели, если у нас 2 раза в неделю уроки. Также какие-то дополнительные моменты, да, связанные с регистрацией, с вопросами, возможно, которые вас заинтересовали, вы можете уточнить у модератора. Напоминаю, это данные модератора в Телеграме, потому что часто путают там Инстаграм, Телеграм, еще что-то. Это в Телеграме. Иншалла, эти данные будут, вот это описание будет у вас под видео. Поэтому вы можете обратиться под видео и скопировать эти данные. Также
под видео вы увидите ссылку регистрации. Пройдя по этой ссылке, вы выбираете нужный курс и после этого, заполнив, написав свой email, то есть электронный адрес правильно, к вам придет подтверждение о регистрации и в течение, ну, стараемся в течение суток, но иногда по каким-то причинам может задержаться до 2 суток ответ от модератора, и которая скажет о дальнейших каких-то действиях, да, для того, чтобы записаться и продолжить обучение. Всем рекомендую, да, кто только-только-только научился читать буквы, конечно, этот курс может быть сложный, но если вы уже немного хотя бы читаете, знаете, некоторые правила учили, да, то есть с учителем, например, какие-то там, или муалим фэни, допустим, часто говорят, я там прошу муалим фэни, да, если вы прошли муалим фэни, также этот курс, иншалла, подойдет, но обязательно нужно, как уже здесь указано, я уже сказала, сдать чтение последних 6 сур. Да, и, ну, такая небольшая проверка, да, то, как вы знаете или что вы знаете. Вот. Поэтому еще как бы важный момент, это в объявлении написано, но тем не менее, говорю, это курс для женщин, да, то есть это курс закрытый, который подразумевает такое групповое общение, более тесное меня как учителя и студентов, которые записываются, да, и поэтому требует присутствия, и только в этом случае, да, как при присутствии, выполнении всех рекомендаций, иншалла, будет результат. Конечно же, необходимо намерение, чтобы ну, как бы желание научиться читать Коран и понимание, что это не делается, как правило, за один день, потому что порой сестры спрашивают, а сколько часов мне нужно, чтобы научиться читать Коран, да, то есть смотря что вы, если вы хотите научиться читать только там по буквам, это одно дело, если вы хотите дочитать до совершенства, то, конечно, это совершенно другое, и много других факторов, да, может влиять ваша успеваемость, ваша мотивация, ваши способности, ваше выполнение домашних, учитель, например, подготовка, время подготовки, да, то есть и так далее. То есть очень-очень много. И от каждого человека по-разному бывает. Поэтому, ну, тем более это не просто где такой курс теоретический, который нужно написать, и все. Этот курс или вообще вот чтение Корана — это практический курс, то есть вы должны научиться определенным навыкам. И как эти навыки вы, как быстро научитесь, да, зависит от вот таких многих факторов. Поэтому всех приглашаю на этот курс. Рекомендую. Мы будем изучать с вами многие темы. Некоторые темы, кто, например, приходил таджвид с букв, будем их повторять изначально, да, то есть начнем с повторения. И более углубленно, насколько подразумевает именно этот курс, потому что, конечно, можно все время углубляться, но более углубленно, чем, например, допустим, если вы проходили Муаллим Фани, будем здесь проходить, да, то есть этот курс. На уроках вы, конечно, сможете задать вопросы, общаться уже непосредственно со мной, ну, в меру, да, то есть того, как позволяет наш учебный процесс. Вот. Если у кого-то возникли вопросы или вы хотите записаться, не забывайте, что ссылка будет под видео на регистрацию, и если будет что-то непонятно, пишите в комментариях. Джазакум Аллаху хайран. Если вам этот курс подходит, записывайтесь. Если, возможно, он вас заинтересовал,
для ваших, например, сестер, дочерей, жен, да, то также добро пожаловать на этот курс. Баракаллаху фикум, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.